Сегодня президент Дагестана Рамазан Абдулатипов провел встречу по итогам 2013 года с руководителями правоохранительных органов. Глава Дагестана поблагодарил руководителя каждой структуры. Высоко были оценены заслуги УФСБ по Дагестану. Президент отметил, что управление заботится о сотрудниках, оказывая им социальную поддержку. Существенные улучшения в работе были отмечены в деятельности Верховного суда республики. Хорошую оценку за службу получила и МВД по Дагестану. В конце встречи глава Дагестана вручил руководителям памятные подарки. Мы приступаем к такому стационарному периоду, когда каждый занимается своим делом и при этом оказывает максимум содействия, чтобы это дело состоялось. Без вашей поддержки многие проекты, которые есть, в том числе и кадровые проекты, обеление экономики, по многим другим параметрам, без вашей поддержки я не смогу выполнить задачи, которые передо мной поставлены президентом страны. Поэтому я надеюсь на нашу совместную работу. Еще раз вас благодарю за работу. Передайте всему личному составу тоже, когда будете встречаться, благодарность за добросовестную работу, за то, что мы вот эти прифронтовой зоне держим рубежи мужественно. И мы не сдаем свои позиции.